В рамках так называемой «недели мобильности» латвийцев призывают не пользоваться автомобилями. Активнее всех в этом году в мероприятиях участвуют Валмера, Вентспилс и Кулдыга. В частности, в этих трех городах пройдут флешмобы велосипедистов. Главная мысль этих акций – места в городе хватит всем. День без автомобиля отмечается и в Риге. Правда, не во всем городе. Глава Министерства по делам регионального развития призвал своих коллег, в том числе министров, не приезжать в эти дни к зданию правительства на автомобиле.